Здравствуйте! Сегодня мы готовим баклажанную икру с хрустящими тостами. Для этого нам понадобятся помидоры черри, лимон, зелень укропа, красный лук, чеснок, базилик, баклажаны, перец и хлеб, оливковое масло, соль, перец. Для начала берем баклажаны и перец. Баклажан наколоть, для того, чтобы он выпустил лишний сок. Теперь нужно посолить и так обильно и поперчить. Смазываем оливковым маслом и вот так растираем. Теперь отправляем в духовку. Температура нам понадобится 200 градусов, время 10 минут. Пока запекаются баклажаны, мы подготавливаем все продукты. Берем красный лук и мелко-мелко нарезаем его. Так будет приятнее. Перекладываем в заранее подготовленную посуду. Берем чеснок и также мелко нарезаем его, так, чтобы аромат смешался вместе с овощами и придал пикантный вкус. Я выбрал помидоры черри. На данный момент это самые ароматные помидоры. Мелко нарезаем, чтобы они хорошо смешались с нашим салатом. И отправляем сюда же укроп. Также мелко рубим. Используем только листочки. Базилик. Приятный, ароматный. Многим нравится. Берем хлеб. Из него мы будем готовить те самые хрустящие золотистые тосты. Нарезаем на тонкие слайсы. Дальше будем их обжаривать. Берем оливковое масло и наливаем вот так по поверхности. Масла не должно быть слишком много, чтобы тосты не получились жирными. Масло разогрелось, можно класть тосты. Овощи хорошо подпеклись. Сейчас будем очищать. Отсекаем шляпку и вот так вот аккуратненько очищаем. Кожа легко сходит. Остается только одна мякоть. Замечательный перец. Очистить нужно всю кожу. Теперь нужно удалить все косточки. Можно приступать к нарезке овощей. Овощи получились хорошо пропеченные, с насыщенным вкусом и ароматом. Выкладываем в нашу тарелку. Теперь нарезаем баклажан. Тоже все мелко-мелко. Баклажан получился сочный. Выкладываем в тарелку. Теперь можно заправлять. Нужно добавить немного перца, соли, оливкового масла, морская соль. Она особенно вкусна в салатах. Немного лимонного сока. Вот такой сочный получается салат. Витаминный, очень полезный. Во время поста это особенно актуально. Теперь можно подавать наш салат. Аккуратно выкладываем. Теперь можно оформить наш салат. Я использую базилик, свежий. Он приятный и ароматный. На усмотрение гостя можно добавить черри. И наши замечательные хрустящие хлебные тосты.
которые дополнят сочный и вкусный салат. Приятного аппетита!